условно, это позволять соку постоянно дышать, подпитывать его новыми знаниями, подпитывать новыми технологиями, не давать застаиваться, все время держаться в тренде, все время поддерживать свое состояние актуальным рынку угроз, насыщать себя новыми кадрами, нужно давать задачи для существующих, нужно понимать, как вообще двигаться дальше. Это всегда большая задача, регулярная, которая, ну, наверное, не заканчивается никогда, и в этом, с одной стороны, большая сложность, с другой стороны, основная прелесть всей деятельности вокруг Security Operation Center. Security Operation Center всегда достаточно большая команда, это 10-12 человек как минимум, и когда такая банда собирается, и она начинает решать процессы безопасности, сказать, что ребята, здесь копайте, а вы сюда не смотрите, ну, практически невозможно. Но бывают ситуации другие, когда Security Operation Center появился, и через какое-то время компания поняла, что инвестиции, вложенные в него, могут оказаться неактуальными. Это может привести к тому, что проект там сожмется или схлопнется. Динамики такие-то, к сожалению, тоже бывают. Каждая компания находится под вектором, под угрозой. И SOC — это возможность очень быстро и оперативно увидеть. Последние два года очень ярко показали, что часть компаний, которые уделяли информационной безопасности и выявлению инцидентов, ну, недолжное внимание, пострадали на очень круглые суммы. Да, наверное, даже несопоставимые с количеством 10-12 человек в штате. Случится ли это с компанией, которая скажет, что я отключаюсь от SOC, да, или разгоняю свою команду сока завтра, ну, там, маловероятно. Но вероятность того, что беда придет, будет нарастать, и в нашем современном мире уверенность в том, что она рано или поздно придет, ну, там, почти 100%. Безусловно, очень важная тема — это информационные обмены. Тема поднималась на прошлом ток-форуме. У нас есть некоторые отдельные мероприятия, называемые SOC Elite. Тематика обменов, обмена информацией об угрозах, конкретных векторов и так далее, она очень актуальна. Большую работу в этом направлении сейчас делает Центральный банк. Есть инициатива под названием ГОСОПКА. И так или иначе, тематика обменов, она очень живая, она очень актуальна, и она очень сильно помогает не стоять на месте. У соседа что-то уже случилось, лучше узнать об этом до того, как это случится у тебя. И соседу тоже в этом месте интересно поделиться информацией, потому что он получит ее в ответ. Один из первых, наверное, таких действительно самых процессно выстроенных Security Operation Center есть в Газпромбанке. В этом году кто-нибудь из коллег сможет рассказать на SOC-форуме про свой опыт работы. Команда построена была очень давно, и, конечно, объем работ, который был проделан в рамках этой компании, тоже очень большой. Все соки получаются очень разные. Каждого из них свои задачи, они напрямую зависят от как-то стратегии компании, ее миссии. Надеюсь, что в ноябре будет в этом году еще больше докладов от заказчиков. В прошлом году было замечательное выступление коллег из РЖД. В этом году тоже несколько достаточно закрытых клиентов смогут сорвать покровы со своих внутренних процессов информационной безопасности и на широкой публике.